Чувашия – единственный субъект в стране, где действует инновационный кластер по выпуску электроники. Для региона это приоритетная сфера. Предприятия республики занимают свыше 40% российского рынка. В Чувашии производят микропроцессоры, приводы, подстанции, автоматизированные шкафы. Потенциал электрокластера оценил и первый заместитель министра энергетики России Алексей Текслер. Не каждый регион может похвастаться таким, такой промышленностью, такой индустрией. Сейчас тема импортозамещения, она очень актуальна. И мы, не имея природных всяких разных драгоценностей, имея на самом деле богатство, это наши молодые креативные люди, занимаются идеями, разработками, разработку внедряют и производят качественный новый продукт, который востребован не только на территории Российской Федерации, но и за пределами, и выходим на экспорт. С каждым годом, поэтапно, пошагово. Один из таких проектов – это цифровая подстанция. Угу. Кстати, в Красноярске в этом году первую цифровую подстанцию запустим. И мы этот наш национальный проект по цифровой подстанции сделали очень широким. И надо сказать, что компании из Чувашии, вот весь электротехнический комплекс Чувашии очень активно участвует в этом проекте. Предприятия кластера участвуют и в реализации других национальных проектов. Электронику из Чебоксар применяли при строительстве олимпийских объектов, Крымского энергомоста, газопровода «Турецкий поток» и даже реконструкции Саяно-Шушенской ГЭС. Постоянные заказчики электротехники – крупные корпорации. В ближайшее время планируют наладить поставки для нужд Росатома. Презентация проектов уже состоялась. Торговый бренд продуктов нашего предприятия – это «Ритом» – релейный томограф. Если провести аналогию с медициной, томограф анализирует состояние организма с точки зрения обнаружения своевременно болезни. То же самое делает релейный томограф. В результате диагностики определяет состояние оборудования. Данный комплекс позволяет в автоматическом режиме проверять весь класс существующих и выпускаемых нашими и отечественными производителями устройств микропроцессорных защит. Основными потребителями нашей продукции является это большая энергетика, малая энергетика, энергетики РЖД, энергоемкие предприятия, промышленные предприятия. Безусловно, предприятия Республики Чувашия – это предприятия, которые известны в стране уж это точно с точки зрения производства электротехники. Но я думаю, что и в мире тоже к вам приглядываются, как вы идете вперед, потому что без этого никак не может быть. Нам нужны ваши компетенции и в других областях. Мы за то, чтобы создавать, может быть, вместе новые продукты. У нас есть задача по цифровым подстанциям точно так же. У нас есть задача по крую. У нас есть задачи по созданию определенных видов оборудования. За последние годы энергетики республики апробировали немало инноваций. В рамках программы НИОКР специалисты одного из заводов создали систему, которая помогает определить места разрыва проводов. Линии, как правило, протяженные, имеют большое количество отпаек. Возникают частые повреждения, проложены, как правило, в труднодоступных местах. И поиск сопряжен со значительными временными и трудозатратами. И надо сказать, что на сегодняшний момент у эксплуатирующих организаций не было нормального инструмента. Есть четкая индикация, где неисправности, куда надо идти. А раньше они садились на вездеход, ну и ехали, пока не упрутся в болото. А там, как говорится, либо его объезжать, либо как-то вот. А сейчас индикация, она показывает. Инновации предприятия республики использовали и при строительстве этой подстанции. Мозг объекта – оперативный пункт управления. Вместо традиционных реле здесь установили микропроцессоры. Именно они должны обеспечить бесперебойную работу подстанции. Объект подстанция был построен исключительно за счет отечественных и мозгов, в первую очередь речь идет о проектировании этого объекта, и отечественного оборудования. Нельзя сказать, что это уникально в настоящий момент, но тем не менее, вот на том классе напряжения, который здесь есть, 110 кВ, это, в общем, неплохое достижение. Подстанция необычная, во-первых, потому необычная, что она смонтирована полностью из отечественного оборудования. И, в частности, очень много оборудования чувашских производителей.
применены конструкции, которых мы раньше не применяли. Это портальные стойки, жесткие шины, жесткая ошиновка, которые ни одной инфостанции раньше не было в Чувашской Республике, оборудование, которое практически не требует обслуживания на время всего срока службы подстанции. Сейчас в стране возрастает роль и альтернативной энергетики. Для наиболее отдаленных территорий разработали программу распределенной генерации. Там, куда затратно подводить сети, планируют устанавливать ветровые и солнечные модули. Мы видим, что в мире возрастает роль возобновляемой энергетики, развиваются технологии накопителей, распределенной генерации на основе возобновляемых источников, внедряются технологии умных сетей, умных городов, все это размывает границы между производителями и потребителями электроэнергии. Таким образом, по сути, происходит трансформация энергетического рынка. Здесь пример завода, который построен и уже производит продукцию. Яркий пример того, как на ровном месте с нуля, по сути, была создана индустрия, я не побоюсь этого слова, и возникло новое современное высокотехнологичное оборудование, где работают высококвалифицированные, значит, высокооплачиваемые люди. Программа распределенной генерации сулит стабильные заказы предприятию «Хевел». Сейчас здесь производят тонкопленочные модули мощностью 320 Вт. Спрос на продукцию растет. Коэффициент полезного действия за два года улучшен почти два раза. Это очень важно. И средний уровень зарплаты составляет более чем 90 тысяч рублей у молодых людей. Это очень и очень хороший уровень зарплаты. Это говорит о чем? Это говорит о том, что создается мотивация. Мы не только участвуем на сегодняшний день вместе, допустим, с Министерством энергетики Российской Федерации для претворения в реальную жизнь государственной политики президента с учетом спроса и потребления, соответственно, на рынке энергетической системы. Это вопросы безопасности. Рынок энергетики страны нуждается в перезапуске. Этот процесс уже начался, сейчас все зависит от производителей. Только в этом году было введено порядка 100 мегаватт возобновляемых источников. Причем более 70% солнечных электростанций страны оснащены новочебоксарскими модулями. И сейчас на заводе планируют увеличить производственные мощности в два раза.